Впереди майские праздники, на которые уже запланировано огромное количество торжественных мероприятий. Город последний весенний месяц должен встретить красивым и чистым. Однако вдоль обочин на улицах до сих пор продолжают лежать почерневшие от таяния сугробы. О том, какие меры городские службы предпринимают в подготовке к майским праздникам, глава Мурманска Дмитрий Филиппов рассказал губернатору Марине Кофтун. Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы, начнутся в Мурманске уже 28 апреля. На площади Пяти Углов пройдет День призывника. 29 числа стартует акция «Георгиевская ленточка». К концу месяца город должен сверкать чистотой, уверена губернатор Мурманской области Марина Кофтун. Однако о какой красоте может идти речь, когда по обочинам дорог возвышаются уже почерневшие от таяния сугробы? Глава Мурманска Дмитрий Филиппов уверен, городские службы к праздничным датам успеют от них избавиться. Снег вывезут, а улицу приведут в надлежащее состояние. Город все подготовительные мероприятия уже провел и проводит. Городская территория очищается от снега. Транспортные средства подготовлены и их хватает. Основная проблема, конечно же, это с дворовыми территориями.